Пресс-служба Кремля опубликовала кадры встречи Владимира Путина с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. Она состоялась накануне в Сочи в неформальной обстановке. Лидеры говорили о развитии двусторонних отношений и о подготовке визита Владимира Путина в республику. Он намечен на весну. Президент России встречу со своим коллегой из Бишкека назвал короткой, но содержательной. Мы, как и договорились, будем готовиться к нашей следующей встрече в конце марта уже в Кыргызстане. И обязательно продолжим наш диалог и по вопросам экономического взаимодействия, по нашим совместным усилиям по укреплению Евразес. Здесь есть над чем работать. Мы с вами только что говорили о наших усилиях по защите общего таможенного контура. Здесь Россия сделала все для того, чтобы оказать Кыргызстану необходимую поддержку. Будем обсуждать, безусловно, дальше работу в сфере военного строительства, военного взаимодействия. В сфере ВПК надо, конечно, посмотреть для того, чтобы загрузить ваше предприятие. Ну и, разумеется, по вопросам миграционной политики. Мы понимаем, насколько это чувствительно для Кыргызстана. И есть некоторые другие вопросы, которые вы сегодня поставили для совместного обсуждения, для совместной работы на ближайшее будущее. Когда мы с вами встречаемся, решается очень много вопросов двустороннего нашего сотрудничества. И мы признательны вам, что вы всегда практически поддерживаете все вопросы двустороннего, многостороннего сотрудничества.